спорт – это их работа. Во вторую субботу августа в России отмечают День физкультурника. Праздник спорта, здоровья и побед. Ирина Ращупкина – преподаватель в детской спортшколе номер 9. С художественной гимнастикой связана почти вся ее жизнь. С 6 лет начала заниматься сама, а в 18 уже стала тренером. В курсе всего, что происходит с детьми, потому что я сама через это тоже прошла. Через все победы, поражения, расстройства, радости. То есть мне это все очень известно, поэтому, наверное, чуть проще с детьми как-то их контролировать, регулировать, выводить на правильный путь. Воспитывать своих детей – дело непростое, а чужих тем более. Ирина Владимировна рассказывает, универсального рецепта нет. Каждой девочке нужно помочь раскрыться, научить ее любить себя и все то, что она делает, как бы сложно это ни давалось. Конечно, очень приятно смотреть, когда пришел к тебе маленький цыпленок, и через какое-то время вырастает красивая девушка со своим характером. Мы стараемся правильно воспитывать прежде всего. Цель основная – это у нас воспитание достойной личности, чтобы она была всесторонне развита, чтобы мы гордились своими выпускницами. За свою спортивную карьеру Ирина Ращупкина дошла до мастера спорта, а за тренерскую деятельность этот результат приумножила в десятки раз. Из-под ее крыла за 15 лет преподавания выпорхнули сотни прекрасных лебедей, из них 20 мастеров спорта. И с каждым годом их будет больше. Начала я тренироваться с ней года 3 или 4 назад. Она, ну, когда как. Добрая. Мы ее очень любим. Воспитанницы рассказывают, Ирина Владимировна для них как вторая мама. Их общение выходит далеко за пределы спортивного зала. Ну, даже близко уже к родному человеку. Она всегда помогает, если какие-то проблемы, даже если с учебой проблемы, она тоже помогает. От боли и досады до невероятной радости, граничащей с эйфорией. Спорт – это всегда эмоции. От дворового футбола до Олимпийских игр. Можно выкладываться самому, а можно болеть за других. И даже если не занимаешься сам, всегда найдется кого поздравить. Немного физкультуры есть в жизни каждого. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.